Доброе утро. Я Маргарита, эксперт по фитопродуктам. Сегодня развенчаем сладкие мифы о варенье и цукатах. Пожалуй, каждый любит полакомиться сладеньким, особенно если это бабушкино варенье. Но для многих зожников оно табу, ведь, по их мнению, сахар – это сладкий яд, и поэтому исключает варенье из рациона. Может, они правы? Или это всего лишь миф? Миф первый. Варенье – вредный продукт. В нем слишком много сахара. Действительно, варенье без сахара не сваришь, но это совсем не означает, что его нужно полностью исключить из рациона. Да, при термообработке ягоды и фрукты теряют свои полезные свойства, но далеко не все. В варенье сохраняется цинк, витамины А, В и С. Более того, оно обладает и лечебными свойствами. Например, малиновое варенье и варенье из черной смородины – отличное жаропонижающее средство. Грушевое подойдет для профилактики почечных заболеваний и атеросклероза. Абрикосовое помогает устранить проблемы с функциями пищеварения. Вишневое улучшает устойчивость к стрессам и сердечным недомоганиям. В умеренных количествах варенье не опасно, а полезно. Миф номер два. В цукатах нет витаминов. Это не так. Начну с того, что сухофрукты и цукаты не одно и то же. Цукаты – это ягоды, фрукты или овощи, сваренные в концентрированном сахарном сиропе. Затем отделенные от него и чуть подсушенные. Натуральные качественные цукаты содержат более 80% сухого вещества. Несмотря на высокое содержание сахара, в цукатах много клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. В них также сохраняются витамины и микроэлементы. И если очень захотелось сладенького, цукаты – отличная альтернатива конфетам. Но, как и в случае с вареньем, не забывайте об умеренности. Сладкое не значит вредное, особенно варенье и цукаты. Так что долой предрассудки и приятного аппетита!